Более 400 военнослужащих спортсменов из 26 стран мира стали участниками третьих зимних всемирных военных игр в Сочи. С организаторами игр встретился президент России Владимир Путин. Гостей и участников соревнований приветствовал председатель российского правительства Дмитрий Медведев. Военные игры – это мирные соревнования. И их участники покажут не умение воевать, а спортивные достижения – честную спортивную борьбу. То, что укрепляет мир. Доверие между странами. Армейские игры называют еще Олимпиадой цвета хаки. На ней разыгрывают 44 комплекта медалей в 7 видах спорта. Это биатлон, лыжные гонки, зимнее ориентирование, альпинизм, скалолазание и шорт-трек. Во время последних Олимпийских игр в Рио я общался с военными спортсменами и хочу сказать о том, что они действительно предпринимают огромные усилия. И очень многие военные спортсмены – это и олимпийские чемпионы. Белорусские военнослужащие боролись за награды в слаломе на трассах комплекса «Роза-Хутор». За спортивными баталиями следили десятки тысяч зрителей. Одна из отличительных черт армейской олимпиады от больших олимпийских игр в том, что вход на все арены бесплатный. Основное для этих соревнований – это все-таки общение. Общение тех военнослужащих, тех государств, которые приехали к нам. И если они уедут с теплом в своих сердцах, если они приедут, будут рассказывать всем своим друзьям, подчиненным, вот, передавать им, так скажем, свои впечатления – это, наверное, и станет самым главным результатом этих соревнований. Зимние всемирные военные игры повышают доверие в военном сотрудничестве разных стран. И очень важно, чтобы люди столь ответственной профессии смотрели друг на друга не в прицел боевой техники, а укрепляли дружбу между собой на спортивных площадках.